Всем привет! Вы на канале CapTV Games, а играть мы сегодня будем в новый Need for Speed. Да-да, просто Need for Speed, никаких других словечек в названии. Большое спасибо магазину baygames.ru за предоставленную игрушку, причем оперативно предоставленную. Большое спасибо всем, кто нуждается в дешевых играх для PlayStation 4 и Xbox One. Обращайтесь в магазин baygames.ru. Я запустил абсолютно первый раз, вот дальше этого экрана я ничего еще не видел, поэтому все будем вместе с вами узнавать. Причем и звук сейчас тоже придется отстроить, потому что я думаю, игра будет немножко громче, чем мой голос, поэтому нужно будет немножечко там сделать все потише. Так, вот мы лицензионные соглашения всякие читаем, конечно же. По-любому. Хотел бы увидеть человека, который полностью все это читает. Это еще что за фигня? А, я уже думал, долго будет. Так, окей, сразу музло тут пошло всякое, за которое нас забабаняхают на ютубере. Так, давайте тут что мы выберем? Громкость музыки. Громкость эффектов потише. Голос полиции, музыку в погонях ненавижу. Ну, как бы, в принципе, в Need for Speed, может быть, это и нормально, а вот в каких-то более-менее симуляторных вещах там уже музыка во время езды мне не очень нравится. Ну, я больше предпочитаю слышать звук автомобиля. Так, яркость субтитра. Субтитры нам нужны. Я даже не знаю, здесь есть русская озвучка или нет. Ну, включим на всякий случай. Так, интерфейс на снимках, мини-карта. Ладно, это все пойдет. Пусть остается как есть. Управление пока трогать тоже не буду. Хотя с этим, мне кажется, в Need for Speed как раз таки стоит позаниматься. Так, ладно, все это ерунда. Я думаю, можем теперь начать играть. Прямо вот так вот сразу. Поиск игроков. Вот так вот. Я так понимаю, здесь вообще одиночного режима, чистого одиночного нет. Хотя, возможно, просто они сделали, насколько я слышал, они сделали так, что в как бы одиночной игре вы можете встретить на улицах и других игроков. То есть как-то так это все происходит, если я не ошибаюсь. Очень надеюсь, что вот эта песенка, которая сейчас на фоне играет, она... Хотя это же Electronic Arts, по-любому у них все там... Баблишко-баблишко, даже за музыку. Да, загрузочки долгие, надеюсь, они не частые, эти загрузочки. Честно, вот пока грузится, скажу свое мнение. Я этот Need for Speed, после того, как его анонсировали, я его особо не ждал. Потому что, в принципе, мне не очень понравилось то, что... Ну вот. Ладно, потом дорасскажу. Вау. Слушайте, ну ролик очень красивый. Выглядит шикарно. Интересно, в игре будет так же круто? Свалили. Вот это было круто! Вот черт, это за нами. Зови, они еще далеко. Ты че, я на условном, блин? Адьос. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться, серьезно. Время для апгрейда, короче. Я спай! Увидимся там, да? Ну, как-то так. Я не очень люблю настоящие ролики в играх, но может быть. Может быть. Посмотрим. Угу. А вот
вот и графончик. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эй, это Спайк. Думал, напишу тебе, бла. Тут такая движуха, серьезно. Сегодня в Вентуре большие люди, так что гляди в оба, как приедешь. Местечко не для всех, сложно найти, но ты в курсе. Короче, вот ссылка, глянь на карту. Ладно, там увидимся. Так, рассматривая наш драндулетик и заодно рассматриваем фон. Ну, в принципе, неплохо. Не идеально, конечно же, но неплохо. Неплохо. Теперь попробуем, как это дело ощущается. Вот это вот, конечно, интересно, отключаем мы. Или как-то по-другому. Мне не очень нравится, что на дороге. Указателей. Может, к этому делу привык. Но это же Need for Speed, да, в общем-то, чего я ожидал. Нормально. Главное, чтобы был веселый экшен. Ну ничего, так пока неплохо, на самом деле. И ощущается даже неплохо. Я ожидал, будет все более такое, знаете, как мыло. Мыло в ванной. А она еще так нормально, тяжеленькая такой, в принципе, машина ощущается. Вполне, вполне. Неплохо. Сложно сейчас понять, насколько громкость хорошо отстроена. То есть, может быть, игра тиховато? Нет? О, какой Мустанг. 429-й, судя по всему. Призрак. Это вот этот негритосик, что ли, призрак? Музыка. Жажда скоростей. Кино называется. Точнее, сериал. Потому что по картинке это больше на сериал похоже. О, какой бородатый дядька крутой. Люблю бородатых дядек. Ну, не в этом смысле. О, Кен Блок. Почти. Да даже, почему почти? Практически. Брат-близнец Кена Блока. Ладно, увидимся. О, старик, вот и ты! А вот этого, кстати, пацаны где-то видел. Тут сегодня такие люди собрались. Ага. Пошли, покажу тебе своих, давай. И он, кстати, по-моему, играет пока лучше остальных. Привет, рада тебя видеть. Что, за малый? Этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по перекрестку на I-5. Какой малый, я на голову выше вас. Звучит симпатично. Не видела, чтоб Спайк был так возбужден. А, да нет, он всегда такой. За это ты меня и любишь. Робин, удачи в начинаниях. Поверь мне, у него все будет ништяк. А знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти, не проехать. Погнали! Робин. Где твой Бэтмен, Робин? Привет, Эймс. Привет. Это Эйми. Ну разве не прелесть? Конечно, девка в машине ковыряется, еще бы. Так, Трэви? Что у нас тут? Субарик, Форд, причем они трехмерные, не настоящие машины. И зачем? Да ты бы видел этого парня, Вудик просто крышу сносит. Опа, да на тебя сам гонщик внимание обратил. Точняк, это бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал. Идем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Легко. Низцы. Вперед, прокатись на них. На всех возможно, трех сразу. Какая-нибудь и станет твоей.
Да я уже знаю, наверное, какая. Я, конечно, люблю Форды, но не эту конкретную модель. С Хондами у меня тоже все так себе. А вот Субарик новый я, наверное, попробую. Или нет? 90-й год. Блин, хоть бы дали это покрутить вокруг нее камеры, а? Просто боюсь, если сейчас выберу, потом назад уже не вернусь. Ах, фиг с ним. Форд. Форд так Форд. Купить прям сразу. Дайте хоть на нее посмотреть, блин. Может, все-таки Субарик. Может, все-таки Форд. Субарик, Форд. Хонду я вообще не рассматриваю. Хотя, в принципе, конечно, в реальной жизни может быть. Нет, ну, я не знаю. Если на халяву, то Субарик новый дороже все-таки стоит, чем 90-го года. Мэстанг. Нет, все-таки Субарик. Хотя, уже жалею, ладно. Теперь ты в клане, братец. Забирай. Ну, конечно. Крутая, правда? Ну, уже баблишка, блин. Я всего-то послушать ее хочу, проверить, что бурчало, как надо. Здорово. Пожалуйста, здорово. Пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, ну. Я ж сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков, так что... Правда? Вот так, да? Именно так. Стой-ка. Вот. Ой, ну это ж совсем другое дело. Я заплачу, это же знаешь. То есть папочка заплатит. Куртка $1000 стоит. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. Не, ну неплохо, неплохо с этими роликами, ну так, нормально. Внедряешься в эту атмосферку. Тусовочку. Пойдет, пойдет. В принципе, сначала я скептически относился, сейчас так уже смотрю. Почему бы и нет? Что-то новенькое. Так, навигация, следуйте по голубым стрелкам на дороге. Это я понял. Ох, Субарус мой, Субарурус. Ну что, братцы? Слушайте, а звучит Субарус-то. Не, неплохо, неплохо. Выглядит тоже неплохо. Мне нравится. Хочу только вид от первого лица, вернее, от руля есть. Уже подвинься. Тут вообще-то крутой гонщик едет. Ты сам так сказал. Спасибо. Так, сколько вас тут? А, ну давай. Ты куда? Чего у тебя там под капотом-то? А, ты пшикалку свою включил. Тормоза, 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 хреновато. А вот тут вот занесло ее. Занесло ее неправдиво, ну ладно. Бум. Черт. Это ж надо, поцарапал только что купленную машину. Ну куда это годится? Не, вот на больших скоростях она, кстати, уже машина немного похуже себя ведет. Когда медленно ехал, то было ощущение. Сейчас она как-то начинает в какую-то губку превращаться. Такое ощущение. Губка, у которой жопа в мыле. Ну ничего, ничего, привыкнем. И плюс я точно знаю, там есть настройки. Привет. Выдержал вторую гонку со Спайком? Я тебя недооценила. Выдержал? Не-не-не. Это Спайк с трудом поспевал. Ой, прости. Я не права. Что вы? Он просто продул. Какие вы злые. Эммануэль! Эммануэль! Тащись-ка сюда. 3, 5, 4 Фам. Здрасте, дамы. Что? А мне обнимашек? Ну же! Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. Не ведись на внешность. За рулем этот зверюга очень шустрый. Зовут Эммануэлем. Ну а для этих лузеров многовато слогов. Ладно, Ману. Ничего себе. Эй, это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредрик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Мне лично все равно. Вот это да. Хотите есть?
А я сегодня только раз ела. Умираю с голоду. Слушай, куда оно все уходит? Ты ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. Ладно, Остряк. Кто последний, платит за меня. Не-не-не-не-не. Кто последний, платит за всех. Слушайте, так и привыкнуть можно. Захочется новых серий этого крутого сериала. Не, ну снято качественно. Не поспоришь. Только поездить хочется больше уже. Гонка с Ману. Кто последний, тот и платит. Я чтобы... там поближе, Спайк. Да, Спайки. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Блин, вот это вот еще нужно встать в правильном месте и нажать. А у меня с этим всегда были проблемы. Стрелочка напрягает на земле. Жутко. Ненавижу стрелочки. Так, так, так. А ну не щемимся, не щемимся. Да что ж ты будешь делать? О, девки вырвались вперед. Вот, ах ты, зараза, он меня... Урод. Он меня торцанул. Вообще не круто. Опс, а если я по встречке хоть вернуться смогу? Смогу. Что это было? Что это было? Она реально сама поворачивать начала. Больше, чем на 5 баксов не заказываем. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. А, я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Неа, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебе оборудовали. О, она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайки? А как же, и тем, кто не превышает скорость, тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага, у него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да. И локализация, кстати, вполне себе. Озвучка хорошая, мне нравится. По крайней мере, для... Так, зарабатывать рэп. Реп. Зарабатывать репы и играть в Venturi Bay можно 5 способами. Пока вы за рулем, все действия будут отображаться наверху экрана в разделах скорость, стиль, тюнинг, команда и нарушения. Зарабатывая очки, вы повышаете уровень. Спасибо, что дали дочитать. Входящий звонок. Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка у тебя шумит странно. А может, это Спайка тачка? Да, его, наверное. Ладно, короче, я в гараже. Забегай, движок проверишь. Гайки там, может, какие подкрутишь, если надо. Давай, амиго. Ну вот, наконец-то нам хоть спокойно. Ага. Да тут покататься, хотел сказать. Можно принимать звонки, если вам некогда, просто не отвечайте, проверьте сообщение или подождите, чтобы вам перезвонили, когда прослушают сообщение. На карте появится новая цель. Поэтому старайтесь проверять. Ух, какой нюрык. Встретите Сэмми в гараже. Да понял я, понял. Дайте покайфовать от звука. О, камера хорошо. Не стала за жопой вертеться, а прям показывает сбоку, как положено. Нормально, 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 нормально. Как у вас тут вид переключается, а? Что это клацает? Так, вид хочу переключить. Интересно, нет, нет. О, что-то у меня машина заглохла. Это я, интересно, сделал? Да блин. О, нашел, наконец-то.
Ну, естественно, нифига руля у нас не будет. Максимум вот так вот капотик. А это нехорошо. Неправдиво. Ну что я как кукла на свадебная на капоте? Блин, я так не люблю. Нужно чуть-чуть хотя бы поглубже могли сделать. Но зато звук тут классно слышно. Что, прокатимся с ветерком? Да понял я, успею. Эмми подождет. У нас тут тачка новая. Какая может быть Эмми? А что на улице так пусто-то? Ни единой машины, ни единого человека. Как-то мертвовато у вас тут. Так, я все-таки очень надеюсь, что меня слышно. Или наоборот, что игру слышно. В общем, что все в балансе. Блин, ну с видами камера, конечно, так себе. Не густо. Попробую вот это. О, первый встречный. Это же надо. А быстрее еще можно? Нитро. Нитро у нас нема. Ну, это понятно. По встречке. Ну, вы знаете, вот первые впечатления, сколько я тут поиграл, 20 минут уже, да? И, в принципе, мне кажется, что, в принципе, чувакам удалось воскресить Need for Speed, по крайней мере, в какой-то степени. Ой, блин, а что тут? А, это все рушится, да? Потому что действительно есть немного вот того самого андерграундного азарта. То есть что-то сразу ностальгия даже какая-то. Вот эти улицы ночные, тачки, гонки. Я хоть уже давно, ну это все уже давно стало как-то не модно, что ли, все эти тюнинги, ночные покатушки, это все. Не знаю, может быть, это только я так считаю, но... А тут прямо даже захотелось немножечко опять этой темы. Так, ну давайте тюнинг. Вот он здесь, по-моему, должен быть на высоте, да? Да. Скажите мне, что да. Смотри, не отставай от других в командном дрифте. Ну куда уж мне? До дрифта. Тронешь мой плейлист, убью. О, привет. Трэвис говорил, ты пару тачек сам сделал. Ну, круто, чё? Так, одно правило. Можешь брать что угодно, правда. Только верни туда, где взял. А в остальном полная свобода. Одобряю. Кстати, это моя новая игрушка. Вот. Только послушай, как рычит. Это будет мой настоящий шедевр. Я прям чувствую. Хочу показать ее на Кайсану, пока он в городе. Благодаря таким, как он, можно прославить эту мастерскую, понимаешь? Так, ладно, я все. Пойду проветрюсь. Может, встречу Спайка. Трэвис передвинул тачки, освободил для тебя место. Забирай, пока он не заставил. Тут все новым барахлом. Самое время, ну там, привести мысли в порядок, заняться планами, придумать свое видение. Воу, говорю прям как Трэвис. Так, ну все, ладно, я пошла. Не скучай. И, наверное, увидимся, да? И это... Все, сложи на место. Лады, давай. Окей.
Хуниган. Ну что? Что у нас тут имеется? Выбрать покинг-гараж. Добро пожаловать. В гараже можно запрашивать детали, найденные в городе и выигранные в ежедневных испытаниях. Покупать новые машины на выигранные с... Визуально комодифицировать машину, улучшать ее ходовые характеристики. Окей. А можно покрутить камеру вокруг моей детки? Нельзя. Дальше что? Ага, это мы выбираем, типа, наши другие тачки. Вон сколько у нас их, и все невидимые. Это хорошо. А давайте как раз сразу просто заглянем, что у нас там на продаже имеется. О, хорошо, сразу погнали раритетики. Гольфец. Мазды, Хонды, Хонды. Муштанги. Нишаны. О, Челленджер новый есть. Так, стоп, кстати, это Тойота. Вот заметьте, да, что вот эта Тойота с тем Субариком, на котором мы сейчас ездим, дико по дизайну схожа. Вам не кажется? Наверняка это с чем-то связано. А сколько у нас денег, кстати? 4500 всего лишь. Да, хорошая тачка нам не светит. Но у нас уже есть. Усмотрите этот Skyline какой дорогой. Да, это уже классика. Хороший лансер есть. 8-го года. Бэшечка у нас тут 46-я. Еще субарики. О, М3 Е92. Красивый кузов, как мне кажется. Вполне себе симпатичный. Поршачки. О, кстати, это ж тут поршачки есть. Не какие-то там руфы, а именно Порше. Порше. Скайлайн. Вот он красавчик. Нет, это, кстати, 302 все-таки, 69 года, мне кажется. Там в мультике тоже был такой же. Но мне вот с четырьмя такими фарками больше нравится, чем со слепыми боковыми. М2. Фокус. Фокус какой-то на себя не похож. Что это с ним? Какой-то модный. РС. О, М4. Муштанг новый. 2015. Вот еще паршачок. Камар, по-моему, тоже обновленный. Ну да. 14-й год. Корвет. GTR. Вайпер, это Вайпер. Вайпер становится на Корвет похож. О. Кайман. Ух ты, красивый. Красивый. 911 GT3. Интересно, а это вообще все машины, которые будут в игре сейчас есть в магазине? Или они тут будут появляться потом, по ходу дела, в магазончике? Наверное, еще там, может, по городу где-то находить будем. F40 классика. Все, кстати, это последняя машинка. Хочу вас обрадовать. Что значит? Ага, переключить характеристики можно такой, таким способом. Ладно, понятно. Новую мы брать не будем. У нас уже есть то, что нужно. Эй, как оно? Катаюсь тут по Роял Парку. С чего все взяли, что он королевский? Дай пофиг. Кто я такой? Простолюдин. Давай сюда. Катнем, пока копов нет. Давай. Субару премиум. Так, ну тут надо, конечно, потыкать, посидеть, потыкать, поразбираться. Я думаю, сейчас... Ой. Сейчас вам не сильно будет весело. Хотя давайте, ну, почему бы и нет. Давайте хотя бы немножечко поклацаем, посмотрим, что у нас имеется. Применить окраску, обтяжку. Изменить окраску и обтяжку. Удалить. Ну-ка, допустим. Вот такие уже готовые, я так понимаю, какие-то варианты, да? Черненькие. Так, а тут что у нас? Мои обтяжки. Угу. Моих обтяжек у нас пока не имеется. Интересно, это бесплатно? И что вот это внизу? О, зелененькое. Больше, меньше. Это что такое? Пока непонятно. Ну ладно.
Хорошо, попробуем типа как бы свою сделать, да? По-быстрому. Ну, допустим, крыша. И что на этой крыше? Добавить наклейку. Добавить наклейку. Есть вот такие наклейки. Всякие разные, незаразные. Ой, какие демонические штуки. Ну, давайте вот драконов ляпнем. Я сейчас, конечно, долго старался. А чё капот? Я ж крышу выбирал. Странно. Нет? Разве я не крышу выбирал? Цвет L3. Цвет. Хотелось бы потемнее что-нибудь. Насыщенность, яркость. Интересно, центрировать никак нельзя, да? Так. Дополнительное управление. Растянуть, переместить, повернуть. Да, центрировать я кнопочки не вижу. Ну, наверное... Творчество, все на глаз. Только я хотел на крышу. А, вот, пожалуйста, можно и на крышу. Кстати говоря, как тут, где тут было только что растянуть? Эй, ты куда пропал? Ой, ну не так же. Блин, даже соблюдая пропорции, ну так, чтобы оставались пропорции, даже растянуть нельзя. Это что за жесть такая? Ладно, фиг с ним. Ну вот, правильно, вот же я вот этот верхний выбирал. А он мне почему-то на капот. Передняя. Это у нас что тут? Что тут у нас? Ага, двигать. Я не хотел двигать. Не хотел, я хотел... Блин, Хуниган мне нравится, пусть остается. Что у нас со стеклами можно сделать, например? А, это вот эти вот наклеечки, я понял. Не, ну, конечно, да, можно тут посидеть, что-то навернуть красивое, наверняка. А что вот это, интересно, значит? Блин, надо разбираться. Я пока клацаю буквально наугад, не пойму. Вот я сейчас выбрал, и что это? Что это я делаю? Просто выбираю, какую менять. Ладно. Хорошо. Это у нас тоже уже есть наклейка. Задняя. Хорошо, в принципе, с наклейками все ясно. Тут сидеть, крутить, вертеть, мутить надо, и будет все хорошо. Давайте с цветом попробуем, что у нас имеется. Блин, я не пойму, что все время яркость выкручена на всю. Как вам такой цвет? Хаски. Хаки почти хаски. Мне нравится этот цвет. Единственное, что хочется посмотреть, что тут у нас. Ой, какие мы, смотрите, что мы можем сделать. Да, напоминает бывший автомобиль кое-кого с Ютуба, нет? Наверняка некоторые из вас догадались, о чем, о ком речь. Гладкость. Вау. Слушайте, ну круто. Такие тут дорогие вещи можно сделать. Но я имею в виду дорогие. В реальной жизни они были бы довольно дорогие. Можно мат, можно вот такой бриллиант. А можно совсем прямо с зеркала практически. Ну, давайте вот так оставим. Лак у нас еще есть. С ляком или без? Ну пусть будет с ляком. Чё ж тут плохого-то? Так, а что такое, что такое? Закончил. Потерять не хочу терять. Сохранить хочу, да. Ну вот, видите, камера поднялась, уже цвет немного другой. Воспринимается немного по-другому. Блин. Плохо, что нельзя крутить вокруг машины камерой. Окей, с этим все ясно. Да что вы, блин, закончили? Да, я закончил, сказал же. Ну... А выйти как отсюда? Нормально, сохранить. Чё-то я не понял этого прикола. И как мне отсюда выйти теперь?
А, это в смысле они спрашивают, куда сохранить? Тьфу ты, блин. Новую ячейку. Я понял, понял, понял. Прошу прощения. Удалить краску не надо. Едем дальше. Визуальные модификации. Что у нас тут имеется? Крышки капота. Улучшайте. Что нужен стиль? Некоторые областями машин можно работать лишь, когда у вас достаточно очков. Ясно. Давайте по-быстрому хотя бы несколько вариантов посмотрим. Вот у нас такой капотик можно. Несколько вариантов таких капотиков. Ну, можно что-то навернуть. Только почему они все карбоновые? Нормальных капотов нет? Что ли? Ладно, тут у нас передний бампер откроется на 3-м уровне только. Фары на 20-м уровне. Фары я смогу себе новые поставить. Ну вы даете. Блин, все заблокировано. Слушайте, крылья нельзя поменять. То есть тут надо, блин, мучаться, прокачивать, чтобы себе... Ну это в принципе, да. Это в принципе вариант. Вообще все вот только капот могу сейчас поменять. Смотрите, все. Ну еще с дисками можно что-то помутить. А так... А нет, вот изменить посадку можно. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Клиренс увеличиваем, уменьшаем. Передний, задний тоже интересно. Видите, можно наклонить мордочку вниз. Например. Широкое колесо. Вот это классно. Ну куда нам так выдвигать, если у нас крылья нельзя поменять? Не, пока не покатит. И задний. Ну, задний можно немножечко подвыпикнуть. Это, а, развал схождения, смотрите. О, даже такое есть. Задний тоже. Окей. С этим понятно. Что еще? Это у нас что? Сплиттер можно поменять. Так, мне его еле-еле видно. О, вот это ничего, неплохо так. Чернявенький такой. Ну, правда, он высоковатый. Ну, давайте купим хоть ради интереса хоть что-нибудь, а то как-то совсем никаких обновок в гараже. Ладно, все остальное закрыто. Здесь все закрыто, здесь все закрыто. Спойлер какой-нибудь можно? О, можно. Бэмс. Так, что-то они не очень отличаются. Что-то они все не очень отличаются. Странно. Ой-ой-ой, какие модные вещички. Не знаю, спойлера, вот как по мне, это, конечно, уже такая для городских машин тема довольно-таки... Ну, не знаю, как-то некультурно уже, что ли. Ладно, черт с ним. Пусть вот это пока фигнюшка постоит, а там потом разберемся. Едем дальше. Тут тоже закрыто. Все везде закрыто. Давайте на диски по-быренькому глянем еще. Буквально 2 секунды. У нас уже 40 минут ролик, блин. Время летит. Но я сделаю, наверное, еще пару серий. Так, сменить диск. Вот. Вот это уже неплохо, это уже неплохо. Смотрите, какие красивые у нас дисочки. И при этом грузится довольно быстро. Это тоже радует. Блин, ну единственное, что не радует, вот я не могу, как вот можно... Общий вид, нужно же видеть машины с новым диском. Вот так вот просто, когда на одно колесо смотришь, вообще же непонятно, к машине в целом подходит он или нет. Вот это меня бесит. Но почему нельзя было сделать так, чтобы я мог камеры отъезжать, там, не знаю, крутить? Что за беспредел? Я реально не понимаю. Вот большой он, маленький для этой тачки. Как он выглядит? Короче, вот этот поставлю. Но это, кстати, это косяк. Это косяк, я считаю. Я реально не понимаю. И вот даже сейчас я не могу увидеть... по-хорошему, как выглядит этот диск с машины. Вот мне надо выйти еще. И вот только сейчас я увидел. Причем, смотрите, кстати, я только впереди поставил. А сзади тоже надо отдельно ставить.
Жесть какая. Это еще нужно запомнить, какой я там ставил. Ну, мне, кстати, он не понравился. То есть вблизи было прикольно, а теперь со стороны, в общем, как-то хуже. Мне вот этот даже больше нравится. Ладно, но мы сейчас просто смотрим, поэтому это все фигня. Изменить нижний слой, изменить верхний слой. Смотрите, его тоже можно красить. Причем, я так понял, довольно... Да, вот, у нас можно внутреннюю эту плашечку менять. Потом можно отдельно, это прикольно. Что еще? Верхний слой, нижний слой, изменить размер мы можем. Окей, теперь я хочу такой же вперед поставить. По-моему, этот посимпатичнее. Ну, подходит как-то, что ли, больше этой тачки. На мой вкус, конечно же. Только, блин, я не помню, какой я там поставил. Реально, я не помню, какой я там поставил. Ну вот, ну что за ерундистика. Это у нас SSR MS3. Черт побери. SSR. А, он у нас, кстати, должен иметься. Вот. Нет, это МК-3. Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Даже найти такой же диск, это вот 3 года надо тыкать. Вот оно, наконец-то. Блин, а тоже покупать надо. Слушайте, а может они еще и с той стороны остались? Те же. Вот мне вот очень, кстати, интересно. Блин, ну конечно же, тут вокруг машины нельзя повернуть. Ну, вряд ли. Я не думаю, что еще и все 4 колеса надо. Так, тюнинг управления. Вот это, конечно, штука важная, но на нее вообще нужно времени целая куча, поэтому мы сейчас... Так, если... Все, дрифт, грибль, золотая середина. Ну, то есть, да, можно как бы общую такую настроечку. Можно больше в дрифт. Да нет. Больше в дрифт, больше в гриб или же... посерединке. Ну, пока я здесь вообще, наверное, ничего не буду трогать, потому что на это нужно реально много времени. Изменение ходовых характеристик. Приобретайте детали для своей машины, чтобы улучшить ее характеристики. Ну, само собой. Стабилизаторы подвески, ручной тормоз, тормоза, шины, дифференциал подвеска, нитросистема, муфта сцепления, выхлопушка, выпускной колюшка, блоки, шмоки, электроника, блин, ох, да слушайте, тут куча всего. Даже не знаю, куда зайти, так, чтобы более наглядно. Тормоза, может быть. Так, вот зашли мы в тормоза, и у нас тут имеются вот такие варианты. А, ну, тут уже не так густо. 3 всего лишь варианта, то, что сейчас уже установлено, и... S. И вот на 21 уровне еще какое-то визуально. Непонятно, чем они будут отличаться. Возможно, даже ничем. Ну, давайте еще вот сюда заглянем. Ну да, здесь всего по 2-3 варианта. Потом. Не так, чтобы очень сильно много. И не факт, что их еще как-то можно будет настраивать. То есть, быстрее всего просто вот ставим варианты, все. Ну, пойдет, конечно, для Need for Speed. В целом прокатит, но, наверное, для любителей супер-мега настроек, может быть, этого будет маловато, не знаю. О, наконец-то, вот она, та самая заветная кнопочка просмотра машины. Почему нельзя было сделать, чтобы я в любой момент мог вот так взять и покрутить? Зачем надо обязательно выходить и на кнопочку нажимать? Слушайте, ну... Мне нравится тачка. Уже даже нравится. Хотя она от завода не сильно отличается от того, что было у нас изначально. Но, мне кажется, даже вот этот... Вот эти диски, вот этот цвет и вот это черненькое впереди. Черного цвета оно неплохо. Так, только спойлер я, кстати, покупал черненький, по-моему, насколько я... Даже не спойлер, а такую там полосочку интересную. А сейчас ее нет. А она бы сюда очень... подошла бы. Ладно, все, замучил я вас. 44 минуты мы тут наснимали, поэтому
давайте прокатимся на этой фигнюшечке в следующей серии, которая уже совсем скоро появится. А возможно, если вы смотрите позже, то она уже давно там висит. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся в следующих сериях. И вообще в новых видосах увидимся. Вот. Покедова.